Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас быстрый урок с полезностями, и мы посмотрим, как же вяжутся вот такие вот полосочки в круговую без перехода как бы цвета, без ступенечек. Вот способ подходит на любую вещь, которая вяжется в принципе в круговую, то есть это носки, варежки, митенки, гетры, джемпер, даже шапка в круговую, но по одному ряду. Это не действует как бы на два ряда, это не действует. Итак, значит, как мы это все делаем? Это очень просто. На самом деле берем основную, привязываем дополнительную нить и вяжем. Вяжется это все по спирали, имитируя машинное вязание. Способ в интернете называется хеликс. Не знаю, на самом деле он хеликс или это кто-то придумал название, но так его называют. Итак, вяжем основным цветом. Так, провязала я одну спицу, нить оставила. И теперь возвращаюсь. То есть каждую спицу мы вяжем по два ряда. И вяжу теперь дополнительной нитью, дополнительным цветом. Так, переходим к следующей спице. Первый ряд основной спицы, основной нитью. Второй ряд дополнительной нитью. То есть каждую спицу я вяжу по два ряда. Так, итак, я провязала все четыре спицы, вот мы видим. Вот далее мы все повторяем точно так же. То есть все время мы вяжем по одной схеме. Первый ряд основной нитью, второй ряд дополнительной. Или наоборот, это по сути не важно. То есть, и каждую спицу, если это на круговых спицах, то все равно мы вяжем, возвращаемся по два ряда. Мы как бы вяжем. Вот, и у нас получается вот в начале вязания у нас только вот по сути одна как бы ступенечка, но она не ступенечка, это начало дополнительного цвета. Далее их нигде нету, вот этих переходов, оба цвета идут плавно вот таким вот образом по спирали, не меняясь. Вот он, видите, начало цвета, где мы ее вклинили. Далее, сейчас я вам покажу на этом носочке, далее у нас уже, видите, нет перехода. Так вот натянуть, чтобы вам было видно. Вот, вот он начался цвет. И далее пошло без переходов. То есть переходов у нас нигде нету. Таким вот образом. Здесь на пятке, ну это я просто носок вяжу, вам показываю. На пятке я просто связала пятку розовым цветом, дальше пошла опять двумя цветами. Вот и все, девчонки. На самом деле очень простой способ, но удобный. Все, девчоночки, на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.